Дрожжевое тесто. Вариантов дрожжевого теста очень много. Даже у меня их несколько. И это самый удачный рецепт, который я сейчас покажу. Для начала я ставлю опару. Всегда это делаю. Для чего? Первое. Для того, чтобы дрожжи размножились, и тогда сдоба лучше поднимается. Второе. Для того, чтобы элементарно проверить качество дрожжей. Итак, ставлю опару. Дрожжи. Теперь 2 ложечки муки. Все продукты должны быть комнатной температуры. Тепленькое молочко. И столовую ложку сахара. Все это перемешиваю. Причем не обязательно тщательно. Если такие комочки муки остались, это не важно. Теперь опару нужно поставить в спокойное теплое место. Это у меня микроволновка. Конечно же, не включать ее. Вот, прошло минут 15, и вот так хорошо она подошла. Значит, дрожжи свежие, и они работают. Перемешиваю, обогащаю кислородом. Вот, а теперь дальше. В миску я просеиваю муку. Молоко у меня подогретое. А вот сметана из холодильника. Поэтому я сметану кладу в молоко, чтобы нагрелась. И смесь будет теплой. А теперь замешиваем тесто. В муку выливаю молоко. Добавляю соль. Сахар. Теперь опару. Она за это время успела опять подойти. Ничего страшного. Перемешала и добавляю. И на этом этапе я меняю лопатку на венчик. Слегка подбивая, здесь легче будет вымесить, и тесто будет жидковатое, поэтому венчиком. Добавляю одно яйцо. Я подробно показываю, как я вымешиваю. Возможно, кто-то будет печь пирожки впервые, и они должны получиться. Вот такое вот жидкое получилось тесто на этом этапе. Теперь я добавляю подсолнечное масло и опять вымешиваю. На этом этапе тесто готово. Потом надо будет еще добавить туда муки. А пока спокойное тихое место в микроволновку. Тем временем я подготавливаю противень, застилаю его бумагой. У меня будет 2 противня. Подготавливаю начинку. Это будет вареное яйцо, жареные грибы и лук. У меня такую начинку любят. Но с этим тестом я также делаю и мясные пирожки, и с повидлом. И подготавливаю еще 200 грамм муки. Ее нужно подместить в тесто. Вот, прошло 50 минут. Тесто увеличилось в 2 раза. Теперь сюда нужно подместить муку. И вот так вот замечательно подошло тесто. Перемешиваю его. И добавляю еще 200 грамм муки. Теперь тесто нужно опять хорошо вымесить.
Ну а теперь тесто готово и приступаем к разделке теста. На столе немного насыпаю муки. Еще немного обминаю тесто, но главное его не забить, оно должно быть не сильно тугим. Из этого теста у меня получится два противня пирожков. Я делю на две части сразу и откладываю одну часть, которая будет с маком. Эту часть я делю на два кусочка. Один откладываю в сторону. А второй кусочек я раскатываю и буду формировать в форме рогаликов. Так пирожки гораздо интереснее. Безусловно, можно формовать пирожок обычным методом, но рогаликом все же интереснее. А это еще один вид начинки, который мы любим использовать. Всем известные конфеты-коробка. Они тоже отлично подходят как начинка для пирожков. И их я тоже так заворачиваю. Один противень готов. И теперь вторая часть теста. Кусочек я делю на две части. Немножко обминаю и тоже раскатываю для формирования пирожков.
как я делаю маковую начинку, у меня есть видео. Ну а теперь формирую пирожки. Ну а теперь пирожки на расстойке, они должны подойти. В зависимости от того, какая температура в помещении, достаточно и полчаса. Тем временем я подбиваю одно яичко, чтобы смазать пирожки. И когда пирожки подошли, я их смазываю яйцом сверху и отправляю в разогретую духовку. Ну, пока ждем выпечку. На улице у нас немного снега, 25 ноября. Снег тает потихоньку, и почему-то цветут примулы. А вот здесь я обнаружила, всходят подснежники 25 ноября. Ну, возможно, это нормально, как вы думаете?